Всем привет! Чертежи достались вот в таком виде. Очень быстро найден был сайт, была найдена почта, и я написал письмо автору. Но оказалось, что Клауд, автор проекта, умер в 2019 году. Также были найдены чертежи на каком-то из зарубежных сайтов, но они особо уже не помогли, так как к тому времени была построена рубка, застелена палуба. Кому нужно будет, чертежи выложу в общем доступе, те, которые получилось найти. Передняя стенка рубки была изготовлена благодаря чертежам бумажной модели швербота «Эгоист». Этим средством был уничтожен грибок на внутренней поверхности швербота. Сделал себе подарок и купил будущую оттяжку Дика. А еще пришла посылка, которая шла 5 или 6 месяцев. А в ней замечательная электропомпа. Та-бам! До спуска на воду осталось менее 2 месяцев. До встречи в новых видео. В них будет много интересного. Пока-пока.